разбежаться по всем точкам грани. На самом деле, я немножко толчки это уже умею, но все равно еще раз повторим. Этот процесс называется растеризацией, и мы сейчас вот его рассмотрим. Ну а потом уже в предположении, что вы все умеете, будем рассматривать освещение, текстурирование, мы точно не успеем сделать. Итак. Хотим отсюда перейти сюда. И даже уже знаем, как грани удалять. Нам нужно, у нас есть грань, заданная вершиной P1, P2, P3, P4. Нам нужно научиться пробегать по всем линиям, по всем пикселям, по всем точкам, вернее, грани. Нам нужна линия развертки органа. И алгоритм работает на самом деле просто. С вами уже делали, не помню где. Чуть-чуть. Смотрите. Мы должны с вами взять какой-то y. Положим, что это y. Вот это x изменяется, это y. Мы берем какой-то y. Чтобы нам что-то закрасить, нам достаточно двух пикселей, нет? Да. Алгоритм Z-буфера в чем состоял? Вам нужно было пробежаться по всем точкам грани, для каждой точки посчитать Z и сравнить. А на входе у вас только координаты вот этих вершин. Вы знаете координаты x, y, z только вершин. А вам нужно посчитать координаты каждой точки на грани. Если нам нужно перевести 4 точки, такой список, чтобы там сработать эту грани, да? Ну, да, ну, в идеале, работать нужно с треугольниками. Потому что треугольник универсальный, ему легко все записать. То есть в треугольниках всегда три вершины, там легко все прописать. Ну, вот мы как бы на этом рассмотрим. Ну, представь, что вот такой треугольник. Вот, представь, что у нас грань вот тут заканчивается, точки P4 нет. Не страшно. Теперь смотрите, вот как найти координаты вот здесь, вот в каждой точке, вот на этой линии. Для этого нужно вначале найти координаты вот этих точек. Согласны? Вот это и вот это. В принципе, это можно посчитать вот так. Расстояние P1 минус P. P – это текущая точка. Ну, давайте P1 – текущая точка, она будет играть вот здесь. Вот CLF, который у нас обозначен. Относится к расстоянию P1 минус P2.
нас одна неизвестная. Пошли. Считаются, но вот здесь значение
нас не координат, а цветом. Цвет в первой точке, в первой, во второй, а здесь мы готовы надо посчитать. С таким же соотношением по координатам. То есть вот эта пропорция работает всегда, когда мы работаем со стерилизацией. Вот она выясняется. Либо мы можем сделать вместо пропорции, вот как вот здесь, параметр t аналогичным образом, изменяя t от 0 до 1, точно так же продержаться и получить аналогичное значение. И так можно сделать. Это растеризация, еще раз, где пригодится. Все в буфере с руками делать и при расчете освещенности грани. В начале лекции. Вот теней не было, никаких переходов цвета. Тени это вообще сложно. Вот переходов цвета даже не было. Да? Вся грань одинаковым цветом была закрашена. И сразу вы сказали, что третий кубик справа, вот крайний справа, что его можно и так понять, и как угодно его можно развернуть, ну или почти как угодно. Вот освещение помогает нам от этого избавиться. Освещение дает правильное восприятие глубины. Сейчас попробую разобраться, как освещение подключить. Итак, модель освещения, что всегда включает? Отражение, преломление света, тени, ну и текстуры. Текстуры здесь имеется в виду в широком смысле текстуры. Как вы понимаете слово текстуры? Текстура. Наждачка гладкая, хорошо. Материал. Да, вот в широком смысле это материал. Вот по упражнению, вообще в компьютерной графике везде это материал, абсолютно верно. И под этим материалом можно понимать все, что угодно. То есть текстура это не только конкретный цвет, а еще вот полная характеристика материала. Как отражает, насколько шероховатый, озеркальный ли, а если там вот блики, а светится ли он, а если рисунок, это все текстура. И вот как бы модель освещения это тоже включает. Ну с этим-то все понятно. На таком не того уровне, да? Сейчас будем разбираться, как это все учитывать. И математики почти не будет. Правда, чуть-чуть будет совсем. Ну, совсем. Ладно, сделаем перерыв, потом попробуем. Итак, для того, чтобы ваш глаз увидел красивый цвет, луч, который пришел из источника света, должен проделать следующий путь. Вот смотрите, вот он падает, а дальше что происходит с этим лучом? Вот что происходит с энергией света, который пришел с этим лучом? Пришла большая куча энергии. Вот ну, сюда часть отложилась, часть прошла сквозь, поменяв угол. Точно. У нас происходит диффузное рассеивание, то есть во все стороны равномерно рассеивается какая-то часть света. Какая-то часть отражается зеркально, да, вот луч такой пробежал. Какая-то часть преломляется, если у нас там полупрозрачная какая-нибудь поверхность. Ну и так дальше, если свет еще умудрился выйти из этой поверхности, то вот этот пропустился луч. Часть какая-то могла рассеяться, часть поглотиться и так далее. Ну, то есть это на самом деле достаточно сложный такой путь. Мы будем рассматривать только часть этих лучей основных, то есть мы будем сильно упрощать. Потому что если попытаться смоделировать идеально все, у нас просто данных не хватит в компьютере, чтобы все это учесть и посчитать. То есть мы просто не будем знать, где их брать. Поэтому, ну, как бы, чтобы модель полностью совпадала с тем, что происходит в реальной жизни. Поэтому мы берем только основные какие-то вещи и их учитываем. Мы будем учитывать диффузное отражение, зеркальное отражение, ну и для полупрозрачного.
иногда учитывают пропущенный луч, ну, могут и не учиться, как а здесь не учиться. Что? А как его можно учиться? Ну, в смысле, то, что у нас прошло дальше после всех этих преломлений и отражений, оно что же должно отразиться и пройти еще назад, чтобы вы увидели, что оно прозрачно? У нас же интересует, что нам в глаз попадет. На глаза мы сейчас дойдем. Мы пока смотрим, что у нас с лучом происходит. Теперь смотрим на картинку. Вот у нас солнце, вот у нас глаз. Луч падает отсюда, отражается в глаз. Ну, зеркальное отражение, не вкусно, это не существует, это тоже какое-то попадает. Но если наш цилиндр зеркальный и обладает свойством отражения, то луч, попавший сюда, после отражения может попасть сюда и тоже попасть в глаз. Понятно, что мы увидим только те лучи, которые попадают в глаз. Это безусловно. И вот как раз именно здесь пригодится та небольшая математика, которая нам понадобится, чтобы понять, что попадет в глаз. Все источники света делятся на первичные и вторичные. Первичное в нашей картинке – это солнце, вторичное в нашей картинке – это отражающая поверхность цилиндра. Если мы учитываем вот оба источника, первичный и вторичный, то мы рассматриваем обычно глобальную модель освещения. Если мы рассматриваем только первичные источники света, тогда мы рассматриваем локальную модель освещения. Вот трассировка лучей, помните, вот это полная. Это глобальная модель. Она учитывает вот кучу всего, упрощая, конечно, но кучу всего учитывает, и получаются вот те красивые картинки, что мы видели. Локальные модели только от первичных источников используются в ОПЖ или в кучу других трехмерных редакторах, то есть там, где требуется быстрая прорисовка онлайн. Там гораздо больше допущений и чуть менее красивые картинки. Не нужно, вы будете просто брать значения, которые уже посчитаны. То есть, как вы просто будете знать, что они вот взяты из нее. И все. Но что это такое, мы сейчас немножко посмотрим. Вот что она дает, эта функция? Эта функция показывает, чему равно значение излучения, пришедшее в глаз, при условии, что оно пришло отсюда с некоторым значением элита. Ну, то есть как получить любое забитое, используя эту функцию. То есть, функция считает вот это значение, беря на входе вот это значение. Эта функция зависит от угла, по которому пришел свет, и от угла, по которому он попадает в глаз. Но мы же работаем в пространстве, а не на плоскости. Поэтому каждый угол на самом деле это два угла. Один угол это азимут, вот он, а второй угол это зенит. Ну, то есть вот так солнце так находится и по вертикали, да, там солнце в зените, либо низко над горизонтом и так далее. И поэтому говорят, что это функция от четырех аргументов. Два угла у исходного значения, то есть луч, по которому пришел свет, и
которого мы вышли. В общем, вид она выглядит как-то вот так. То есть изменение того, что пришло. То есть вот эта функция, которая считается, это соотношение того, что пришло, к тому, что получилось. И вот это значение либо берется вами из табличек, либо там как дельбирически это все считали, либо вы какую-то функцию справочника берете, то есть вы его как-то берете. Она как-то есть. Вот вообще там берете сами, придумываете, поскольку вы сейчас не делаете какие-то глобальные проекты, всякие тренировочные. Эта функция является обратимой. И вот тут помните картинку с трассировкой лучей? Там было два варианта. Когда у нас источник света, луч из источника света в глаз, либо из глаза в источник света. Вот в идеале эта функция обратима. И это учитывается в трассировке лучей. А в тех алгоритмах, которые реализованы для всяких онлайн-ситуаций, когда у вас в режиме реального времени, мы очень сильно все упрощаем, там эта обратимость теряется, то есть у нас все упрощенное там до безобразия, но зато быстро считаем. Ну и так, чтобы посчитать значение нашей точки, нам нужно знать вот эту вот функцию DFO, которая вот откуда-то нами берется, например, из табличек, либо там уже где-то построено. Исходный, интенсивность исходную, исключаемую, да? И дальше мы учитываем угол азимут и зенит. То есть учитываем вот эти два угла. Вот эта функция, вот она, DFO, зависит от материалов. А материалы бывают обладающий зеркальным отражением, диффузный материал, ну и очень много смешанных, когда и то, и другое. К диффузным что относится? Бумага, дерево, ткань с матовой краской, да? То есть когда у нас вот во все стороны, у нас нет вот этой зеркальной отражающей, да? Есть очень такие зеркальные поверхности, типа там зеркало, очень глянцевая, что-то металлическая, очень такая глянцевая поверхность, да, вот там вот преобладает только зеркальное отражение, хотя в принципе все равно диффузное частично присутствует. Почему это бывает только зеркальное? Учиться рассчитывать диффузное отражение, и здесь у нас будет работать модель Ванверта. Зеркальное отражение, здесь у нас будет модель Фонга. И зеркальное отражение модели Фонга и Брина. Вот эти вещи сейчас подробно начнем рассматривать. Эти вещи работают для алгоритмов реального времени, то, что считается быстро, приближен. Итак. Вот у нас приходит луч. Вот это его зеркальное отражение. Вот у нас приходит луч, это у нас диффузное отражение. Это у нас смешанное отражение. Смешанное отражение, вот диффузное, посмотрите, у нас во все стороны абсолютно одинаково отражается. И тогда от чего зависит? Что попадет в глаз наблюдателя? Как вы думаете? Вот здесь, в диффузном отражении. Только сила, только энергия. Энергия, смотрите, энергия всюду придет. Но представим, что я освещаю фонариком поверхность. Если я фонарик направляю строго перпендикулярно, что вы видите вот здесь на поверхности? Она сильно освещена, нет? Нет. Нормально. То есть если я изо всех сил перпендикулярно стала и свечу фонариком, то он, конечно, стол не освещен.
шариком я вот так когда свечу, ну вот параллельно вот так, да, и луч у меня вот такой. Я же скользит по поверхности. А если я сверху смотрю, у меня ничего не отражается, потому что она скользит туда. И вот здесь получается, что освещение в точке зависит в основном от угла, под которым луч падает. Согласна? Чем перпендикулярнее к поверхности, тем больше энергия будет, попадет и отразится. А в зеркальном отражении, как вы думаете? В зеркальном отражении один луч отражается. И вот здесь было все равно, где находится наблюдатель, потому что, ну лишь бы с этой поверхности, снизу лишь бы смотрел, да? Потому что во все стороны одинаково отражалось, ему все равно, где стоять, с любой точки, где примерно одинаково. А вот здесь, когда один луч, здесь много энергии в этом луче, но он идет в одном направлении. И если глаз вот тут, то весь луч ушел мимо, мы это пятно вообще не видим. Когда зайчик пускает, вот солнечные зайчики все пускают? Конечно. Вот один видит сосед, а второй справа этот зайчик уже не видит, правда? Ну, одному в глаз попало, а второй только на соседе видит, а сам не видит в глаз зайчик, правда? Вот рядом сидят, а на кого-то попало, а на кого-то нет. То есть вот здесь важно положение наблюдателя. В смысле, из зеркала в глаз пускать соседа? Нет, ну зайчик на стену же обычно запускает, но его видно всем. Я что-то не понял. Вы же знаете, зайчик в глаз можно пустить. Вот если я сейчас начну... Не нажимайте. Конечно, студентам запрещено. О! Так, на кого нужно? Не надо. Если у меня зеркало, я пытаюсь отражать луч. Стена там, сзади. А, вы меня смотрите. На зеркале, все, да? Да, и вот а кто увидит вот этот зайчик от моего зеркала? Тот, кто на моем пути стоит. Кто сидит рядом и туда не смотрит, он не увидит его, правда? Но здесь смешано. Значит, вот здесь у нас зависит от направления луча, который пришел, а здесь зависит от направления наблюдателя и луча отраженного. А здесь луч и нормальность поверхности, да? Ламбертова модель учитывает вот как раз только диффузию. Реальной модели Ламберта, ну вернее аналога модели Ламберта нет вот, полностью соответствующей. Но бумага, например, очень похожа, если она не газета, вот промокашка, очень похожа на модель Ламберта, ну соответствует модели Ламберта, потому что промокашка практически ничего не отражает, у нее полностью диффузное отражение. Ну и вот такие вот такие вот вещи. И вот посмотрите, как мы считаем. Вот эльгита – это интенсивность света, пришедшего от источника. Это задается каким-то образом. Ну, например, константой, либо там вы его как-то считаете, то есть это некоторая интенсивность. Коэффициент диффузии для каждого материала свой. Он на самом деле определяется вот этой ДФО, вот эта функция ДФО, помните, о которой я рассказывала? Она говорит нам о том, что диффузное отражение во всех направлениях и для каждого материала своя степень отражения. Вот для каждого материала свой коэффициент отражения. И это вот в табличке берется. Есть специальный справочник, где можно посмотреть коэффициент отражения для каждого материала. А вот это скалярное произведение. Скалярное же это произведение? Точечка. Математика. Вы сказали, что не будет. Я сказала мало. Тут разве много? Смотрите, одна малюсенькая формула. Скалярное произведение. Вектор на источник освещения и нормальный. Вот это. То, о чем мы уже только что говорили. А скалярное произведение единичных векторов, что позволяет нам посчитать? Косинус, тут написано. И тогда смотрите, к чему у нас все сводится. Исходная интенсивность умножается на коэффициент от диффузного отражения из справочника и на косинус вот этого угла. Итого вам нужно знать. Вот это значит.
значение оно дается как прямые данные, и вот это как константа из справочника, и косинус мне нужно посчитать. Все. Много математики? Кто скажет, что много, у меня в руках фонарик. Так, это диффузное отражение, и модель Ламберта учитывает только диффузное отражение. Вот такое. Обратите внимание, что это идеальное рассеивание света. Как вы думаете, почему это идеальное рассеивание? Ну, во все точки. Во все точки одинаково. А почему это идеальное? Почему в жизни не так? Или я, может, вас обманываю? Ну, в жизни так, потому что если как бы, она диффузирует свет, то она по-разному состоит. Почему? Ну, такое, поверхность такая. О, поверхность такая. Да. Вот там была картинка. Да, да. Вот она на самом вот так деле. Это на самом деле и есть. Вот просто. Так же. То есть вот, в жизни очень редко идеально гладкая поверхность. То есть на самом деле вот ростовские дороги, они как бы сильно похожи на вот эту поверхность, только в увеличенном масштабе. Вот это вроде бы гладкая. Ну ничего себе подобного, да? То есть на самом деле все равно вот где-то вот так. И за счет этого вот в реальной жизни вот тут немножко по-разному, вот как-то вот так. Но в идеальной модели будет считать, что одинаково. Смотрите, каждая поверхность имеет свой цвет. И источник света имеет свой цвет. Если источник света белый, то тогда на самом деле учитывается только, ну, как бы мы видим только цвет поверхности и больше ничего. Но вы же сталкивались, что если вас осветить светлым каким-то таким фонариком, то у вас одежда может поменять цвет, она на вас уже смотрит, правда же? Было такое или не было? Было. Вот у вас здесь тоже, вы это сможете увидеть на самом деле. Когда у вас у поверхности один цвет, а у источника цвета другой цвет, то вы получите третий цвет. А вы знаете, был прикол с платьем? Типа кто-то видит одного цвета, а кто-то другого цвета. Да. Что это такое? Фокус. В смысле, как? Это не фокус на платье или фокус, в смысле, фокусировать? Как мы фокусируемся? Нет. Вспомните кубик справа. Но. Раз, два, три. Кто увидел кубик, как вытянутый туда прямоугольник? Подождите. А кто увидит кубик как внутренняя часть коробки? То же самое со светом. Вы смотрите, когда на платье, на фотографии. Кто-то, видя это, у кого-то идет ассоциация с одним цветом, а у кого-то идет ассоциация с другим цветом. Потому что в жизни вы привыкли воспринимать эти цвета либо так, либо так. Это вот всякие там рассуждения, почему он желто-синий или там какой был? Бело-золотой, черно-синий. Черно-синий или бело-золотой? Да, да, да. А не черно-синий, бело-синий. Ну, вообще не важно, да. Вот, то есть это вот связано с этим, потому что вы знаете, что если вот при таком освещении это может выглядеть вот так, при таком вот так и так далее. Дайте это ребенку, который ничего еще этого не видел. Чёрт-то скажет, что это такое. Это, в принципе, это попало в то место, где при одном из освещений это был темный оттенок там, бело-золотого, да. А при хорошем освещении это был оттенок. Да, да, абсолютно верно. То есть как бы там, ну это вот такие вот вещи. Да, абсолютно. А когда у вас вообще картинка в интернете, у вас это конкретный цвет, вот RGB, который ну, не может меняться. Ну, он фиксированный, вот такой цвет, когда уже картинка есть. Это то, как вы понимаете, какой там был цвет до того, ну, до того, как сфотографировали. Там было, очень много попыток это как бы объяснить, очень было много рассуждений в то время, там, с умных, тем, да, умных, разных. Но у нас же есть картинка. Ну, есть. Вот один человек смотрит на картинку, вот так вот, в прямом углом телефон, и видит один цвет. Другой человек также берет, выглядит другой цвет. Я вам так увидел, только что говорил. Один видел внутреннюю часть коробки, другой видел туда, видел. То есть это чисто дело привычки? Можно в режиме реального времени еще менять восприятие. Это вы
восприятие. Нет, это вы восприятие, как бы, как вы воспринимаете этот свет. Ну, а вот тот же случай, когда девушка там крутится либо вправо, либо влево, тоже все зависит от привычки, от восприятия. Да, да. Для одних она крутится в левую сторону, да, и вправо. На самом деле она... То есть у вас практически всегда есть некоторый фон, некоторая фоновая связь.
если их все равно прикрыть, потемнеет, но все равно какое-то освещение будет. Но явного источника света мы видеть не будем. Вот за вот это отвечает фоновое освещение. Понятно, что вот мы это на самом деле все равно видим от источника освещения, которое там просто прорывается сквозь наши шторы, это солнце. Но для моделирования ситуации удобно использовать какое-то фоновое освещение, чтобы не заморачиваться, и добавлять вот это. И только если вы хотите сымитировать в темной комнате фонарик, и только его смоделировать, тогда вот вы уберете вот это фоновое освещение вообще. Вот так вы его оставляете, и оно вам помогает моделировать вот эту ситуацию. Да, общее освещение цели, вне зависимости от того, где объект находится. Да, это вот просто фоновое общее освещение. Эмбиент обычно называется, поэтому деньги по рукам. Что? Или это так? Мы слышим? Меньше единицы.
знаменателем при слагаемом. Потому что различают три вида ослабления. Константное, когда вы просто делите. Вот просто делите на одну и ту же константу. И тогда все равно, как далеко, но зато он точно меньше, чем в источнике света. А линейное, ну обратное. Подскажите, как это называется, когда обратное к линейной? Мы смотрим, какая грань
точки грани должно быть посчитано освещение по вот этой модели. Ну и лучи, они же движутся по геометрии, ну, изначально все. Правда? То есть, если у нас, если мы смотрим на какой-то объект, и сзади нас будет объект, который мы не видим, например, но при этом они будут давать отражение на объект, который мы видим, модель фонга, модель реального времени. Практически все модели реального времени относятся к локальным моделям. А локальные модели учитывают только первичный источник света. Все локальные модели, ну практически все там, учитывают только первичный источник света. Поэтому ни один другой объект никак не повлияет на наше освещение точки. То есть здесь вот мы упрощаем, ускоряем и упрощаем за счет этого. Ответила на вопрос? Еще вопрос? Ну и вот наша модель фонда по всем этим причинам как раз не является обратимой, не сохраняет энергию, ну вот потому что как раз вот то, о чем я говорила, это и касается. Да? То есть мы не учитываем вот эти все отраженные светом других объектов и так далее, а только первичный источник и все. Поэтому понятно, что она необратима и не сохраняет. Она эмпирическая и используется только в онлайне для вот таких вот игр, которые вот должны в реальном времени работать. Реализация модели фонга находится в библиотеке OpenGL. То есть вот OpenGL работает по модели фонга. Но если вы хотите что-то крутое, вы используете шейдер и пишите свою модель освещения. Ну, вернее, не свою, а реализуете какую-то другую модель освещения. Есть еще модель Дима фонга, которая очень похожа. Она просто немного упрощает вычисления. За счет чего? Смотрите, вот это у нас модель фонга, и вот зеркальное отражение вот так считается. Видите, коэффициент – это угол отраженный, а это наблюдатель. Вот этот угол. А в модели Блина фонга вот это слагаемое заменяется на вот это. Что здесь меняется? Здесь другой угол используется. Вот здесь угол между отраженным и вьюером, и для этого нужно посчитать отраженный угол. То есть у вас есть на входе падающий и нормальный, и вы должны пересчитать отраженный. А в модели Блина фонга это заменяется на следующее, на угол между нормалью и некоторый угол А, некоторый вектор H. Вектор H – это усреднение между S и V. Это чуть быстрее считается. А поскольку это для каждого пикселя, то понятно, что ускорение есть. Эффект незначительный. Смотрите, вот это Блина фонга, а это фонга. Скажите, большая разница? Восприятие. Вот на что больше похоже вот это и вот это?
вот материал какой? Или никакого? Не кажется, что это более шершавая модель или нет? Или это я вас убеждаю? Смотря какой ветки границы нет. Мы же не знаем. Я ладно. Ну вот считается, что Альмая более шершавая, и вот во всех этих блендерах и демаксах для шершавых моделей как раз используется Альмая для моделирования. Они там на шейдерах тоже реализованы. За счет чего это происходит? Посмотрите. Ну, Альмая – это тот же ламбер, только мы добавляем некоторую флуктуацию на поверхности. Помните, вот это шершавая? Неровная поверхность на самом деле. Помните вот эту картинку, как дороги в Росковске? А как это можно смоделировать? Ну, понятно, что делать каждую микрогран, строить к ней нормали, все это считать, но это очень неэффективно. Как можно смоделировать, как вы думаете? Это диффузное освещение. Да. Добавляется некоторая случайность. То есть вот они становятся, как бы, считается, что они неравномерны. Как добавляется, будем позже рассматривать, вот, когда уже надо будет попрограммировать немножко. Вот. То есть добавляется некоторая случайность. Вот модель Альмая для некоторого чайника. Используется, смотрите, вот там резина, камень, ржавчина, ну вот такие вот там кожа, бархат. Модель Кукатороса, посмотрите. Если бы не было написано, что это металлический заяц, вы бы опознали металл? Да. Да, правда? Это вот с помощью той же модели, это просто пересчитано по-другому модель освещения. Тоже подобное, я потом посмотрю. А задница там добавлена или тоже пересчитана? Что-что? Фотография. Это фотография, это заяц какой, а там фотография. То есть заяц не нарисовано? Ну, вот здесь рассчитано, а там нет. Есть еще изотропные модели. Посмотрите по картинке. Ну-ка сформулируйте, в чем анизотропность отличается от изотропа. Там какой-то стальной диск какой-то. А тут можно подумать не стальной. Может тоже стальной. Такое возникает, когда линии такие, ровно, когда круг, он такими ровными линиями. Ну да, вот такая изотропная модель, которая, ну вот еще, да, вот они вот, тоже о них будем говорить подробнее. А вот это фотореалистичное изображение. Это вот рейтрейсинг. Вот эта картинка сделана вот в этой программе PowerRate 3.6. Вот оно. Это вот редактор, который, скажем так, генератор или визуализатор. Для систем, использующих трассировку лучей. И это не режим реального времени. Это вот как раз верный лишь, помните, мы это говорили. И вот такая красота получается. Вы, конечно, такую красоту не сделаете, это вас сложнее. Ну, на всяких кубиках и шариках, вот, очень похожие вещи. Сколько считали? Что? Сколько что-то считали? Ну, к сожалению, нет информации, да, это я бы хотела. А вот этот метод, ну, то, что мы будем рассматривать в следующий раз, но это